Добрый день. Я проехал вчера и позавчера больше 1000 километров по разным дорогам. И сегодня распаковываем вещи, приводим себя в порядок. И моя жена, сейчас я наблюдал, как она с подола своего платья или сарафана, не знаю, собирает какие-то семена. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, да вот какие-то семена нацеплялись. Придорожная трава. Какой-то там чертополох. Цепляется. Использует свой шанс. Это означает, что у нее весь подол в этих в семенах, которые имеют инструмент для того, чтобы вцепиться и быть перенесенным на другую территорию. Какой-то там румынский чертополох, где-то мы там останавливались на дороге, вцепился и оказался в Украине, в Крыму. Этот самый чертополох свой шанс не упустил. Представляете, сотни километров дорога пустая, вдоль трава растет какой-то один чертополох, какое-то одно растение. И он дожидается своего шанса, когда останавливается моя жена, выходит, когда я останавливаюсь на машине, выходит моя жена, или я, неважно какой человек, и цепляет на придорожность, придорожной травы именно с этого растения, с этого чертополоха, или не знаю, как называется все это, семя, которое переносится на сотни километров. Этот самый чертополох терпеливо ждал своего шанса. Мог бы никто не остановиться. И семена бы распространялись другим способом. Может быть, бабочка бы села, может быть, кузнечик, может быть, еще каким-то ветром бы понесло. Во всяком случае, эти семена бы распространились. Зачем я вам рассказываю эту тему про сорняки? Сорняки, а мы, сетевики, несем людям полезнейшую информацию. И когда в нашем поле появляется, в поле зрения нашего человека, то мы должны дать ему это семя. Семя – это то, что потом рождается. И этому чертополоху до фонаря, что будет с этим семенем. Главное ему отдать. Зацепиться за кого-нибудь и пусть несет. Так же у нас. Ты встретил человека, ты ему дай информацию. А что будет, это уже дело 19-е. Ты ему информацию дай, ты дай ему ссылку, ты ему расскажи, как он отреагирует, это не твое дело. Не упускайте свой шанс. Любой человек, попадающий в поле нашего зрения, это есть носитель, потенциальный разносчик в последующем нашего бизнеса, нашей информации о продуктах, о деле, которым мы занимаемся. Это обеспечение твоего прорыва. Я желаю вам удачи. До свидания.